Добро пожаловать, новобранцы из лагеря Сен-Доминик. Тайлер, я рад, что ты с нами. Покажем этим новобранцам, как нужно выживать. Новобранцы — это сержант Тайлер Уэллс. Он вам покажет кое-какие несложные приемы. Сержант, возьми штурмовую винтовку со стола. Теперь займи стрелковую позицию. Покажи новичкам, как мы тут работаем. Смотрите, сейчас сержант Уэллс нашпигует цели свинцом. Можете делать заметки, если хотите. Цели уничтожены. Помните, новобранцы, если вы хотите попасть точно в цель, воспользуйтесь прицелом. Сержант, покажи. Отличная работа, сержант. Завтра в то же время. Пора заняться делом. Генерал Васкес сегодня планирует присутствовать на встрече на старом нефтеперерабатывающем заводе на берегу Исла-Труэна. Также там будет Майк Родригес, наш агент под прикрытием. Он обеспечит позицию для снайперской пары «Альфа-9». Смерть генерала должна положить конец режиму тирании и его преступлениям. «Мама-2, это Альфа-9. Мы добрались до руин. Противник не обнаружен. Движемся к стрелковой позиции». «Принято. Продолжайте. Будьте внимательны. Мы засекли патрули в вашем секторе». «Ясно. Конец связи». Я прикрываю тебя сверху. Так нам будет проще. Выдвигаюсь. Бритва 6-4. Это Альфа-9. Как слышно, прием? Альфа-9, это Бритва 6-4. Слышу вас хорошо. Прием. Визуальный контакт. Активность противника у тебя прямо по курсу. Не двигайся без моей команды. Не высовывайся, будь осторожнее. Вперед! По моему сигналу перебегаешь дорогу. Mira el tiempo que tenemos. Un calor de mierda por el día y frío por la noche. Me va a dar sinusitis. ¿Sí? Bueno, yo tuve el mes pasado. Casi me pierdo el ataque a San Sebastián. Debes ir a ver al doctor Alvarado.
Тогда algo para que no te enfermes. Теперь тебе придется самому о себе позаботиться. Claro. Я тебя не вижу, и мне не сменить позицию. Выбирайся из руин. Смотри по сторонам, и все будет хорошо. Я скажу, когда снова тебя увижу. Calor de mierda por el día y frío por la noche. Me va a dar sinusitis. Bueno, yo tuve el mes pasado. Casi me pierdo el ataque, San Sebastián. Debes ir a ver al doctor Alvarado. Te dará algo para que no te enfermes. Тебя видеть, Тайлер. Мама-2, прием! Это Альфа-9. Сделка в процессе. Около здания три машины. Вход охраняют двое. В секторе кругом враги. Цель пока что не вижу. Принято, Альфа-9. Не сводите глаз со здания. Перейдите на восьмую частоту и следите за развитием ситуации. Ясно, Мама-2. Переходим на восьмую частоту. Кайлер! Приглядывай за зданием. Крайне важно не отставать от графика и действовать по первоначальному плану. Руда весьма ценна и не валяется на дороге, особенно та, о которой мы говорим. У нашей организации есть деньги и власть. Мы с вами могли бы стать отличными партнерами. Желаете выпить? Цель обнаружена. Визуальный контакт. Окно слева. Поле зрения весьма ограничено. Ждем дальнейших указаний. Другого такого шанса может не быть. Стреляй! Тайлер, стреляй же ты, наконец!
Нет, это промах. Повторяю, цель не поражена. Нас засекли! Огонь по врагу! Бритва 6-4, прием. Бритва 6-4, прием. Доложите состояние, прием. Объект покинул здание. Использует бронированный транспорт. Уходит на юг гавани. Нам его отсюда не снять. Принято. Они никуда не денутся. Следите за машиной. Принято. Спускайся сюда при помощи веревки.
Они ушли, прихватив с собой Родригеса. Если мы его не вытащим, его конец. Задание пошло не по плану. Альфа-9 не смогли ликвидировать генерала Васкеза. Агент Родригес был раскрыт. Команда направляется к лодке «Стингрей», чтобы отправиться к месту, где предположительно держат Родригеса. Освобождение нашего агента – первостепенная цель. Мы своих не бросаем. Альфа-9, это Мама-2. Прием. «Стингрей» в пути. 5 минут до точки. Вы должны зачистить сектор, отмеченный на GPS. Принято, Мама-2. Мы в пути. Следуй за мной. Не отставай. Не высовывайся, не стреляй без необходимости. Пошли. Противник! Прячься в тех кустах! Мы попались. Огонь на поражение! Вот еще противник. Действуй! У нас гости. Противник прямо по курсу у той хижины. Ликвидировать. Живее!
ноги отсюда, я прикрою отход! Живо! Мама-2, это Бритва 6-4. Унил серьезно ранен, его забрал Стингрей. Жду дальнейших указаний, прием. Продолжай задание самостоятельно. Я помогу тебе пробраться через лагерь. Имей в виду, там серьезная охрана. Двигайся осторожнее. Бритва 6-4. Прием. Поступили новые данные. Тебе не нужно ломиться через лагерь. Скоро из лагеря отправится конвой. И если ты сможешь вовремя туда попасть и спрятаться в одном из грузовиков, тебя доставят туда, где держат Родригеса. Понятно. Приступаю. Твою мать! Меня засекли! Продолжай выполнение задания самостоятельно. Имей в виду, район хорошо охраняется. Соблюдай осторожность. Выдвигаюсь.
внимательно! Нужно добраться до маяка. Ты должен видеть его со своей позиции.
Альфа-9 и Стингрей попали в ловушку. О'Нил, наблюдатель группы, был ранен и эвакуирован. Сержант Тайлер Уэллс, кодовое имя Бритва-6-4, продолжает задание в одиночку. Тем временем готовится операция по спасению агента Родригеса. Группа Дельта-3 должна оставить противника без связи и взять штурмом лагерь, где держат Родригеса. Бритва-6-4 тем временем должен незамеченным выйти на позицию и поддержать операцию снайперским огнем. Мама-2, это Бритва-6-4. Я добрался до края деревни, примерно в 2 километрах к западу от точки контроль 2-8. Наблюдаю активность противника. Думаю, я могу достичь цели незамеченным прием. Принято, Бритва-6-4. Дельта-3 выйдет на позицию через 2 минуты. Действуй осторожнее. Противник ожидает нападения. ¿Has visto a la chica de Vázquez? Qué par de piernas. Diablos, sí. ¿Qué suerte tiene el general? Yo no lo llamaría suerte. Es lo que tiene el poder y el dinero. Esas armas. Te consejo que... Хорошо, Мама-2. Сейчас сделаю. Мама-2, это Бритва-6-4. Вижу конвой. 3 военных машины, полный солдат. Грузовик и сопровождение из 2 джипов. В первом джипе, похоже, старший офицер. Принято, Бритва-6-4. Кажется, происходит что-то серьезное. Действуй по плану и будь осторожнее. Контроль 2-8 в 220 метрах к востоку от моей текущей позиции. Хорошая работа. Не высовывайся и двигай дальше. Без нужды.
Выдвигаюсь. Escúchame tú. No lo sabía. ¿Cómo ibas a verlo? No, no me lo digas. Занял позицию. Обозреваю окрестности. Дельта-3 уже почти на точке. Почти наверняка сектор контролируется снайперами противника. Найди их и нейтрализуй. Мама-2, если я применю 50-й калибр, противник поднимет тревогу. Ясно, Бритва-6-4. Пока найди стрелков. Когда их позиции будут известны, мы направим авиацию на бреющем полете. Двигатели заглушат твои выстрелы. Понял. Выявляю цели. Вижу тебя. Я обнаружил всех снайперов. Давайте ваших птичек. Принято. Самолеты будут через минуту. У тебя будет 10 секунд на то, чтобы поразить цели. Это бритва 6-4. Сработало. Никто не заметил выстрелов. Можно продолжать. Вроде бы какие-то переговоры. Три вооруженных бойца, один офицер и один гражданский. Крупная рыбешка, похоже. Дельта-3 будет пробиваться через этот сектор. Бритва 6-4. Ликвидируй гражданского и офицера. Дельта-3, вы атакуете по земле. Принято. Можно действовать, бритва 6-4? Похоже, все чисто. Но смотрите в оба. Это Дельта-3. Мы атакованы. На западном краю утеса снайпер. Нужна помощь. Снайпер готов. Атакую. Спасибо, Бритва-6-4. Дельта-3 высаживается на контролируемых противником нефтяных платформах у побережья Исла-Труэна. Они оборвут связь противника, зачистят платформы и переправятся на побережье, чтобы спасти агента Родригеса. Мама-2, это Дельта-3. Приближаемся к цели. Прием. Принято, Дельта-3. Нейтрализуйте цели и выдвигайтесь к побережью. Время выхода на позицию Бритвы 6-4. 0800. Принято. Дельта-3 выдвигается. Хорошая работа. Не высовывайся и двигай дальше.
вижу противника. Будь внимательнее. Di lo que quieras, pero en todos estos años que llevo con el arca, nunca me ha dejado tirado. Lo que digas, pero el imbécil es igual de fiable. ¡Están aquí! Que ¡Готовны! ¡Пошли! Все прошло гладко. Будьте внимательны. Уничтожь их немедленно. Дельта-3, приближаемся к цели. Прием. Плохая работа. Продолжай движение. Так, парни, это было неплохо. Следующие точки нас ждать не должны. Теперь мы отключаем связь, убираемся отсюда и двигаемся к берегу. Как только окажемся на месте, Андерсон отключает передатчик, а все остальные зачищают окрестности. Все ясно. Сэр? Да, сэр. Разберись с ними. Андерсон, ликвидируй связь. Молодец, бастарду. По плану. Вперед, вперед! Шевели! Вперед, пошли!
Мама-2, видим гражданское судно, приближающееся к гавани с севера. Принято. Подкрепление противника на подходе. Дельта-3, сектор чист. Готовимся к погружению. Будем на берегу через 5 минут. Принято, Дельта-3. Действуйте. Дельта-3 достигла берега без осложнений. Задача группы — взять штурмом лагерь врага, найти и освободить Родригеса и эвакуироваться из ближайшей гавани при помощи Стингрея. Бритва-6-4 занял позицию и готов поддержать штурм огнем. Дельта-3 на берегу. Продолжаем действовать. Снайпер! Все в укрытие! Это Дельта-3, мы атакованы. На западном краю утеса снайпер. Нужна... Снайпер готов, но одна из целей смогла уйти из зоны досягаемости. Атакую. Спасибо, Бритва-6-4. Вперед, пошли! Продолжаем. Вперед!
сектор чист. Двигайся. Атакуй их. Так точно. Я с ними разобрался. Отхожу к точке эвакуации. Мама-2, это Дельта-3. Приближаемся к лагерю, где держат клиента. Видим Стингрей у первой точки эвакуации. Принято, Дельта-3. Стингрей на месте. Жду пассажиров. Аброн!
назад! В атаку! Вперед! Выдвигаемся к первой точке эвакуации. Выдвигаюсь. Мама 2, визуальный контакт с беглецом. Он покидает остров на гражданской лодке. Я стреляю. Агент Родригес на свободе, но и генерал Васкес все еще жив. Теперь он знает, что за ним идет охота и будет куда осторожнее. Яростная битва с режимом должна продолжаться. Дельта-3 вместе с Бритвой 6-4 отправляется на поиски кокаиновой плантации, чтобы скоординировать авианалет и нанести удар по финансовой базе режима. Итак, джентльмены, пора. Мы в 2 километрах от деревни и документов. Всем быть начеку. Здесь полно войск Васкеса. Прикрывайте друг друга. Обнаружен противник на 11 часов. Присматривай за теми домами справа. Противник! Огонь!
Слышишь? Спрячься под тем деревом. Вертолет! Все в укрытие! Все чисто. Я не думаю, что они нас увидели. Двигаемся дальше. Деревня прямо по курсу. Готовьтесь к атаке. Быстро вперед! Стреляй сейчас! Отлично стреляешь. Сказал. Пошли! Чисто! Давай! Сектор чист. Тайлер, займись мостом слева. Дженсен, мы пойдем справа. Заберем документы и уберемся отсюда скорее. Пошли! Thank you.
Документы у нас. Возвращаюсь к лодке. Принято. Там и увидимся. Вертолеты возвращаются на землю! Направляйся к плантациям. Установи координаты и свяжись с мамой 2. Встретимся у точки эвакуации. Удачи! Принято, выдвигаюсь. Thank you.
Приближаюсь к первой плантации. Первая точка готова. Иду к номеру два. Хорошо, проделал. Lo tengo. Второй номер готов. Сейчас займусь последней точкой. Все сделал, можно начинать шоу. Направляюсь ко второй плантации. Неплохая работа. Thank you.
Бритва 6-4. Мы можем опоздать на встречу у точки эвакуации. Наткнулись на сильное сопротивление. Придется прорваться. Заканчивай с наведением удара и дуй сюда. Скоро буду у вас. Держитесь там. Мама-2, это Бритва 6-4, прием. Есть координаты. Повторяю, есть координаты. Подтвердите получение. Подтверждаю. Отличная работа, Бритва 6-4. Возвращайся к отряду. Дельта, я уже спешу спасать ваши задницы. Тайлер, какого хрена ты ждешь? Вперед давай! Нас тут со всех сторон зажали! Отличная работа, ребята. Покатили дальше. Здорово. Приближаясь к точке, жду приказа. Принято. Продолжайте. Вас понял. Высылаем бомбардировщики.
Плантаций больше нет. Но вертолет был вынужден улететь без бритвы 6-4. Ему приказано следовать на север, вглубь вражеской территории, в поисках новой точки эвакуации. Это единственный шанс убраться отсюда. Прием, бритва 6-4. У меня для тебя координаты новой точки. Они сейчас будут в твоем GPS. Как доберешься, сразу выходи на связь. Мы вышли в вертолет. Сам понимаешь, вертушка не может тебя ждать там заранее. Принято. Я займусь этим. Мама-2, это бритва 6-4. Я наблюдаю позиции ПВО по всей долине. У вертолета будут проблемы здесь. Прием. Принято, бритва 6-4. Тебе придется нейтрализовать зенитные орудия в секторе. Вертолет нигде больше сесть не сможет. По данным со спутника, здесь всего 3 зенитных позиции. Сообщи, как зачистишь долину. Понял, мама-2, приступаю. Мама-2, это бритва 6-4. Чтобы уничтожить зенитки, потребуется приличная взрывчатка. Есть идеи? Прием. Судя по снимкам, в деревне южнее твоей текущей позиции есть склад оружия. Возможно, что-то найдешь там. Только осторожнее. Они там так и кишат. Попробуй найти точку в развалинах, чтобы расчистить тебе дорогу. Принято, приступаю. Мама-2, вижу в ближайшей деревне гражданских, которым угрожает опасность. Прошу разрешения вмешаться. На твое усмотрение, приглашай. Thank you.
Я нашел достаточно пластиковой взрывчатки. Приступаю к нейтрализации зениток. Готово. Осталось еще две. Thank you.
Номер два готов. Последний осталось.
Битва 6-4 вызывает Маму-2, прием. Воздушное пространство для вертолета свободно. Двигаюсь к точке эвакуации. Принято. Жду сигнала для посадки вертолета. Вертолет может проникнуть в воздушное пространство. Бритва 6-4 направляется к точке эвакуации, чтобы подать вертолету сигнал. Тебе и вызвал вертолет по радио. Y ella dice, hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena. ¿Acaso lo te ocupo yo? Спокойно, я не причиню тебе вреда. Когда я уйду, выбирайся из этого сарая.
visto a la chica de Vázquez? Será mejor que los mayores. Algunos necesitan el detenido. Eso no lo llamaría. Algunos necesitan mejor que tu actitud. Tienes razón. Quizá tengas razón. Nosotros nos encargaremos de eso. На связь, мама 2, это бритва 6-4. Я приближаюсь к точке эвакуации. Поторопитесь там с вертолетом, тут становится жарко. Принято, бритва 6-4. Держись там. Вертолет уже в пути. Еще 4 минуты.
тобой вернемся. Бритва 6-4 выбрался с территории противника. Тем временем агент Майк Родригес получил ценную информацию о том, что в одном из лагерей противника находятся схемы ядерной боеголовки. Сержант Тайлер Уэллс отправляется вместе с Родригесом, чтобы выкрасть эти схемы из лап врага. На позиции. Ушки на макушке. Я проведу тебя через территорию противника. Чтобы попасть в лагерь, тебе нужно протопать по дороге 3 клика. Не зевай, там патрули и вообще противник. Вперед. Вижу противника по ту сторону моста. Разберись с этим. Неплохо, неплохо. Пошли дальше. Escucha. No. Escúchame tú. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? No, no me lo dijeron. Lo juro por la tumba de mi madre. ¿Qué? ¡Он готов! Стоять! У тебя на 9 часов 2 противника. Дай им разделиться, по одному их снимать будет проще. Поднимись на вышку. Отличная снайперская позиция. Оттуда зачисти сектор.
двигаться. Расчисти путь, прежде чем идти дальше. Хороший обзор. Я сейчас поменяю позицию, а затем проведу тебя через деревню. Я вернулся. Продолжаем. Не шуми и будь осторожнее. Твоя цель в дальнем восточном углу деревни. Избегай контакта. Здесь слишком много врагов, чтобы бросаться в бой. Quizá tengas razón. Qué buen tiempo hace. Sí, muy bueno. ¿Tienes el paquete? Sí, lo recogí ayer. Bien. Sabes qué hacer, ¿no? Bueno, me las arreglaré. Перед тобой. Будь осторожен. Загрузки файлов и выбирайся оттуда. Черт, кто-то идет! Хватай диски и убирайся скорее! Через поле! Бегом!
ты от них оторвался. Встретимся к северу от твоей текущей позиции. Двигайся вверх по течению, но будь осторожнее. Тебя наверняка уже ищут. Рад, что ты уцелел. Я сомневался, что ты справишься. Прогулочка была та еще. Вот то, зачем мы здесь. Хорошая работа. Скажи, ты поддавался когда-нибудь искушению? Знаешь, сколько могут стоить на черном рынке схемы ядерной боеголовки? Куда больше, чем пенсия от правительства. Вполне достаточно, чтобы я передумал. Предатель хренов. Ну-ну, не нужно оскорблений. Капитан, оттащите его поглубже в лес и пристрелите его. Я выйду на связь, когда получу деньги. Агент Майк Родригес оказался предателем. Он украл данные у сержанта Уэллса и бросил снайпера в руках противника. Отлично, меня зовут Эльтехон, это мои люди. Мы следили за тобой. Нельзя было допустить, чтобы эти планы оказались не в тех руках. Слишком уж они ценны. Почему чертежи ядерной боеголовки вам так нужны? Мы считаем, что схемы также содержат данные о местонахождении секретной урановой шахты. Васкис заставляет там работать наших людей. Их нужно освободить. Нужно найти твоего друга и отнять у него диск, пока он не ускользнул. Тебе придется тайно проникнуть на базу и убить его. Мы будем за тобой присматривать на случай неожиданностей. Окей, сделаем это. Ты должен незаметно пробраться через лагерь. Если поднимется тревога, твоего друга уже не найти. Понял, выдвигаюсь. Отряду следовало бы у тебя поучиться. База на той стороне моста. Не атакуй.
Я на месте. Где этот сукин сын? Без понятия. Тебе придется обыскать здание. Будь осторожен, эта территория серьезно охраняется. Этот ублюдок где-то еще. Здесь ничего нет. Загляни в здание на холме. Понял тебя, спасибо. Даже и не думай о том, чтобы выдать себя. Он где-то еще. Цель вижу, но выстрел невозможен. Он уходит. Придется идти через лагерь с боем. Действуй по обстановке. Мы начинаем атаку. Попробуем отрезать ему путь. Thank you.
Вперед, вперед! Достали его! Прямое попадание! Там активнее. Давай скорее за баранку, я займусь пулеметом. Бритва 6-4 был освобожден лидером повстанцев, который называет себя Эль-Техон. Он сообщил Бритве 6-4, что данные могут содержать координаты урановой шахты, где заставляют работать местное население. Сержант Уэллс и отряд повстанцев преследуют агента Родригеса, стремясь вернуть украденные им данные. Давай быстрее! Нужно поймать этого засранца!
оболочкам, когда он окажется рядом. Уничтожь их! Давай огонь! Готов. Пойду разберусь. Давай сюда диск и без глупости. Успокойся, успокойся, ладно? Вот, бери. Положи на землю и отойди. Быстро. Вот, забирай. Агент Родригес мертв. Данные в безопасности. Но анализ показал, что некоторой информации не хватает. Эль-Тихон указал лагерь противника, где находятся недостающие данные. После оказания медпомощи О'Нилу, группа Альфа-9 снова выходит на задание вместе. Мы на месте. Я выберу место и проведу тебя через базу. Веди себя тише и не попадайся на глаза никому. Там внутри целая армия. Ладно. Рад снова с тобой работать. Да, приятель, я тоже рад тебя видеть. На позиции. Вижу большую часть лагеря. Если тебе придется применять силу, действуй быстро и наверняка. Один выстрел, один труп. Видишь сторожевую вышку прямо по курсу? Двигайся туда и сними врага, прежде чем идти дальше. Отличное попадание. Ложись на брюхо и заползай под вышку. Двигайся через здание. Снаружи все чисто, но внутри тебе придется быть осторожнее. Даже не думай про стрельбу. Одного себе, а вторым займусь я. Отлично. Теперь выбирайся на ту крышу. Покинь здание с восточной стороны. Приближайся к окнам.
Неплохо. Забирайся под трубопровод. О, привет! Какая знакомая рыбешка. Погоди, я свяжусь с Батой. Сиди тихо. Прием, мама 2. Похоже, в лагере наш старый дружок Эрнесто Саладар. Воспользоваться этой возможностью и действовать. Если мы атакуем, то раскроемся. Нужен ваш совет, прием. Ответ нет. Повторяю, ответ нет. Вам нужно только заполучить документы и выбираться. Теперь мы сможем наблюдать за этим мерзавцем на расстоянии. Поверьте, мы с ним разберемся в любом случае. Очень скоро. ¿Has visto a la chica de Vázquez? Qué par de piernas. Diablo, sí. Qué suerte tiene el general. Yo no lo llamaría suerte. Es lo que tiene el poder y la vida. Esas aguas, general. Te aconsejo que tú tan poco. Quizá tengas razón. Qué buen tiempo hace. Sí, muy bueno. ¿Tienes el paquete? Sí, lo recogí ayer. Bien. Sabes qué hacer, ¿no? Me las arreglaré, creo. Потом двигайся в здание на 9 часов. Не шуми и не подходи к окнам. Vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿Te imaginas la cara que puso?
¿Cómo te miraría? Hija, te digo, espacoida. ¿Conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Los presentas y me das un paquete de cigarrillos. ¿Qué me dices? Bien, trato hecho. Данные захвачены. Ими занимается разведка. Находясь в лагере противника, группа заметила Эрнеста Салазара, верного советника генерала Васкеза. Его ликвидация нанесет удар по боевому духу врага. Бритва 6-4 и Альфа-9 должны отправиться через территорию врага на точку под кодовым названием «Контроль-2-8» и уничтожить Салазара. Альфа-9, я на позиции, как поняли. Понял тебя, Бритва 6-4. Я передвигаюсь по крышам в поисках обзорной позиции. Противник в секторе. Не приближайся к уступам, будь тише, и все будет в порядке. Так точно, мама 2. Двигаемся. ¿Qué? Debes estar loco para creerte esa mierda. Окей, tranquilo. Yo sí. Альфа-9, у меня тут несколько противников. Ты их видишь? Вижу. Сейчас я выдам тебе цели. Стреляй только по указанию. Повторяю, стреляй только по обозначенным целям. Нейтрализуй противников на крышах, прежде чем двигаться дальше. Можешь работать. Отлично. Зеленый свет. Стреляй на поражение. Неплохо. Окей, все чисто. Двигайся дальше. Я тоже меняю позицию. Принято, выдвигаюсь. На крышах все чисто. Можешь двигаться дальше. Альфа-9, я у моста вижу несколько целей. Жду указаний для стрельбы. Почти готово. Вижу противника. Сейчас обозначу цели. Принято. Вот еще противник. Действуй. Подтверждаю убийство. Можешь работать. Отлично. Еще противник. Разберись с ним. Хорошо проделано. Путь чист. Двигайся дальше. Принято, двигаюсь. Я прошел город, двигаюсь на север к точке контроль 5-2. Хорошая работа. Продолжай перемещение. На наших снимках видно, что у этого поста остановилась лодка со снаряжением. Поищи там взрывчатку, чтобы обеспечить отход. Слышу, мама 2. Выдвигаемся. Отставить, отставить. Не вижу целей. Тебе придется разбираться самому.
пластид, гранаты и патроны. Все это мне пригодится, когда станет жарко. Установи мины на случай погони. Воспользуйся веревкой и заберись на дерево. Оттуда обзор будет получше. Принято. Я займусь этим. На позиции. Вижу деревню целиком. Тебе придется вести меня через сектор до церкви. Понял. Обозначаю цели. Вот еще противник. Действуй! Враг готов. Можешь работать. Враг готов. Зеленый свет. Стреляй на поражение. Хороший выстрел. Не теряй концентрации. Можешь работать. Неплохо. Тебе нужно двигаться дальше. Продолжай. Тихо и спокойно. Спасибо, Альфа-9, я на позиции. Жду дальнейших указаний. Черт, я плохо вижу шоссе. У нас всего несколько минут на опознание и устранение Салазара. Не проблема, Бритва 6-4. Я тебе его обозначу. 30 секунд до появления цели. На позицию, Бритва 6-4. Цель приближается. Готов. Жду команды. Цель в секторе. Можешь работать. Вижу цель. Сейчас все будет готово. Можешь работать. Салазар ликвидирован. Повторяю, Салазар ликвидирован. Можно сваливать отсюда. Давай быстрее. К твоей позиции приближается группа противника с северо-востока. Я выведу тебя в безопасное место. Ясно. Я уже иду. Пошевеливайся. Отличная работа, Альфа-9. Сейчас тебе не нужно вступать в бой. Поднимись по реке, чтобы не попадаться охранникам. Так точно. Выдвигаюсь. Hoy no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, ya solo te ocupo yo. No te imaginas la cara que puso. ¿Cómo te miraría? ¿Qué te digo? Los presentas y me das un paquete de cigarrillos. ¿Qué me dices? Dilo por ti, pero en todos estos años que llevo con el AK, nunca me ha dejado tirado. Aunque digas, pero el imbécil es igual de mierda.
Siempre que esté limpito. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Como quieras, hombre. Hey, hombre. ¿Puedo preguntarte algo, en serio? ¿Cuándo mataste a ti? Hace 10 años. Установи заряд около пещеры. Перекроешь путь навсегда. Принято. Уже выдвигаюсь. Заряды установлены. Двигаюсь к точке эвакуации. Давно пора, Альфа-9. Я тут уже почти соскучился. Задание выполнено, Альфа-9. Двигайся к точке эвакуации. Почти готово. Подтверждаю уничтожение цели. О, Нил, господи, ты чего так долго? Эрнесто Салазар мертв. Тем временем данные расшифрованы. Стало ясно, что секретная урановая шахта находится в глубине джунглей Исла Труэна. Она не представляла бы особой угрозы, если бы там не добывалась крайне специфическая руда. Наиболее опасная разновидность урана-235, которая может быть доведена до оружейного уровня с минимальными затратами энергии и технических средств. Дельта-3 получила задание угнать армейский грузовик и проникнуть в охраняемый шахтовый комплекс. Бритва-6-4 поддержит их снайперским огнем. Бритва-6-4, это Мама-2, прием. Поднимайся на уступ. Позиции прямо у тебя над головой. Шагай осторожнее. Por aquí un día. Te diré. Los presento. Это Бритва-6-4. Вижу вышку, приближаюсь. Принято, Бритва-6-4. Доложи, когда выйдешь на позицию. На позиции. Принято, Бритва-6-4. Тебе нужно подготовить путь для Дельта-3. Я понял, Мама-2. Приступаю. Рад, что ты сегодня с нами, Бритва-6-4.
Мы укажем тебе цели. Смотри в оба. Взаимно. Готов начинать в любой момент. Два противника у джипа. Убери их. Видишь, у джипа две мишени. Разберись с ними. Первый этаж. Стреляй по готовности. Еще двое за тем грузовиком. Устрой нам небольшой бум для прикрытия. Позицию!
чуваки нас не поджарили.
меняй позицию! Повторяю, меняй позицию! Скорее, меняй позицию! Подорви их, когда мы проскочим. Это не даст им нас преследовать. Первая точка есть. Следую ко второй. Давай в грузовик! Выбираемся отсюда! Дельта-3 и Бритва-6-4 должны подтвердить факт производства урана-235, освободить удерживаемых режимом жителей и уничтожить шахту. Ударная группа проникнет на территорию при помощи угнанного грузовика, а Бритва-6-4 тем временем обеспечит поддержку, нейтрализовав охранников вокруг комплекса. Парни, пора работать. Атакуем быстро и решительно, чтобы иметь возможность так же быстро отойти. Тайлер, ты начинаешь. Нужно ослабить посты охраны вокруг базы. Дельта-3, нам достается удовольствие работать со всеми, кто внутри. Опознаем руду, освободим гражданских и сравняем это место с землей. Ошибаться нельзя. Бритва-6-4, покидаю группу Дельта-3 у первого охранного поста, пока не обнаружен. Двигаюсь к точке контроль 7-2. Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Los presento si me das un paquete. ¿Qué me dices? До второго поста охраны. Все идет по плану. Прошли точку 3. Основные ворота. Они все еще не сообразили, что мы тут. Claro.
экскаватор. Входим в лагерь. Vázquez creyó que sería fácil. Ahora la cosa, estamos acabados. Creo que la manera en que... Добрался до контроля 7-2. Жду команды для ликвидации постов охраны. Прием. Мама-2, это Дельта-3. У нас здесь крупная проблема. Грузовик заперт на складе, и мы в нем. Если мы взломаем ворота изнутри, то будем обнаружены противником. Нужна поддержка. Повторяю, нужна поддержка. Прием. Принято, Дельта-3. Бритва 6-4. Тебе нужно проникнуть в лагерь. Позиция Дельта-3 отмечена на твоем GPS. Следуй к складу и откроем ворота. Как понял? Вас понял, Мама-2. Уже иду. Конец связи. Todos estos años que llevo con el AK, nunca me ha dejado tirado. Lo que digas, pero el imbécil es igual de fiado. Siempre que esté limpito. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate.
вступай в бой без необходимости. Desplegado sus fuerzas por Oriente Medio. Vázquez creyó que sería fácil. Era la cosa o estamos acabados. Creo que la manera en que arrasaron las plantaciones sirvió de aviso a todos. ¿Y si no lo habrían sido los pancotillos de plantarnos como amigos? Creo que estamos en un buen lío. Será mejor que los nuevos reclutas se confunden. Algunos necesitan mejorar su actitud. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Вижу основной лагерь, Дельта-3, держитесь, я уже почти с вами. С нетерпением ждем тебя, Бритва 6-4. Solo se oía que habían desplegado sus fuerzas por Oriente Medio. Vázquez creyó que sería fácil. Mejora la cosa o estamos acabados. Creo que la manera en que arrasaron las plantaciones sirvió de aviso a todos. ¿Y si no lo habían sido los argentinos de mandarnos como patos? Creo que estamos en un buen lío. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Me cuesta creer que volviéramos tan pocos a luchar con los Yankees en la costa. Y a mí, solo se oía que habían desplegado sus fuerzas por Oriente Medio. Vázquez creyó que sería fácil. Mejora la cosa o estamos acabados. Creo que la manera en que arrasaron las plantaciones sirvió de aviso a todos. Y si no lo habrían sido los francotiradores. Вот и склад. Еще одна минута. Creo que estamos en un buen lío. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Me cuesta creer que volviéramos tan pocos a luchar con los Yankees en la costa. Y a mí, solo se oía que habían desplegado sus fuerzas por Oriente Medio. Vázquez creyó que sería fácil. Mejora la cosa o estamos acabados. Creo que la manera en que arrasaron las plantaciones sirvió de aviso a todos. Y si no lo habrían sido los francotiradores matándonos como a patos. Creo que estamos en un buen lío. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan Tyler, mejorar.
Я так рад видеть тебя этим прекрасным вечером. Отлично, парни. Устроим им незабываемое представление. Поехали! Со стены! Вперед! Вперед! Чисто! Продолжать движение! Бритва 6-4, прикрой нас!
Бритва 6-4, прием! Бритва 6-4, прием! Прикрой нас! Вперед! Вперед! Бритва 6-4, прикрой нас скорее! Вперед! Живей! Живей! Снова противник! Нам нужна поддержка! Повторяю, нужна поддержка! Нам нужна поддержка! Повторяю, нужна поддержка! Действую. Взрывчатка у нас! Взрывчатка у нас! Начинаю устанавливать заряды! Бритва 6-4! Нам нужна твоя поддержка! Прибли!
приближается техника противника. Займись ею! Я займусь этим. Еще враги. Ликвидирую их. У нас контакт! Господи, в укрытие! Андерсон, в укрытие! Заряжаю! Отряд противника приближается с востока. Бритва 6-4, задай им жару. Бритва 6-4, у нас противник приближается с востока. Уничтожить, повторяю, уничтожить. Черт, нас атакуют! Нужна поддержка! Мы под серьезным огнем! Нужна огневая поддержка! Повторяю, нужна поддержка! Шахте конец. Режим ослаб. Настало время прекратить его агонию. Задача бритвы 6-4 — выйти на точку и окончательно ликвидировать генерала Васкеза. Бритва 6-4. Вот и все. Тебе нужно пробраться сквозь руины, выйти на точку и ликвидировать цель. Не попадайся никому на глаза, или цель ускользнет. Если будешь обнаружен, это провал. Приступаю. Thank you.
позиции. Объект этой цели. Есть зеленый свет. Ликвидировать.